Морская пехота. Ни шагу назад. Это наша земля, и мы здесь хозяева. Кто-нибудь другой. Под плотным огнем. Сейчас все в огне и развалино, и жизни разрушены. В темноте, но не вслепую. Так, хватит! Закрывай, как понедельник, пошли. Смотрите в выпуске спецпроекта телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Ситуация Украины остается крайне мрачной. Необъявленная война никого не пожалела. Злость и разочарование с обеих сторон не поддаются измерению. Но все же люди хотят мира больше, чем мести. При этом бои в зоне АТО продолжаются. Страна конфликта грубо нарушает Минские соглашения, применяя запрещенную тяжелую артиллерию. Многие населенные пункты равняют с землей. Противник новой силой ударил по ключевым рубежам обороны мариупольского направления. Мы на передовых позициях. Эта территория уже простреливается. Здесь мы вот копаем понемножку. Вчера ехали вечером домой. Тоже простреливали. Та Юра бедненький. Нас як наступив на педальку. И начали все вращать. Да. Что там, кстати, за история была? Та они боялись, что повыпадают. Но ехать надо было быстро. Та, ну а что? Ну дуже надо было. То, конечно, надо. Жить-то хочется. А с чего стреляли? С пулеметов. Воганы кидались. 25-й. Подствольники. Окапываться украинским военным приходится вручную, иногда под плотным огнем. Но медлить нельзя. Враг на расстоянии выстрела. Знаю, что мы туда капаемся, но пока дают нам окопаться. Чем быстрее, тем лучше все. Все будет. Так же самое можно у нас снять, его видно полностью. Как они за нами наблюдают, так и мы за ними наблюдаем. Техники много тут у них стоит. И тяжелые, и из миномета стреляют. Та ежедневно, да, стреляют с миномета. Всю ночь была попытка сюда пролезть, трое человек, но не удалось им, потому что наши несут службу, длительно не спят на посту. То у них не получилось сюда залезть. Видим опорный пункт неприятеля. Он обложен белыми мешками. С этого места работает пулемет. За день они раз 20-30 могут обстрелять нас. Военные говорят, совсем рядом стоит БМП противника. А в соседнем селе артиллерийские расчеты. Очень много техники стоит. И крупнокалиберной. Ну и все. Там и танки стоят. Там танки стоят, грады у них стоят. Мы бачили, как кто ехал. Вот это село, в яких у них танки стоят. Это село бывает? Да. Да. А мы возле него так ездим нагло. Не зря ж на машине написано, мы ездим там, где волки срать боятся. Часто чуем, как они прогревают свою технику ночами. Кратковременное затишье, но никто не расслабляется. Бойцы говорят, враг готовится к очередным провокациям. Знаешь, встречай гостей. Хлеб, соль, кофе. Будем держать надежду, и пулемет. Когда последний раз было? Позавчера выпили с аушками. Попытки прорыва здесь не редкость, но морская пехота готова к любым действиям противника. Они почти до посадки доехали, но не получилось у них дальше проехать. 100% тут небезопасно. Один танк у них захований, то что среди посадки стоит. Они вообще не ховают технику. Вони нагло нагоняют, и очень много техники нагоняют. Там будем ждать. Що воно буде далі? Чому так? Ну, таке скупчення техніки то по-любому. Стараємося по одному тут не ходити, а 2-3 чоловіка, щоб було. І все. Обходимо територію регулярно, дивимося, тому що вони ночі залазять, оставляють подарків багато. Знаходимо, знімаємо своїми силами. Гранати, розтяжки, противопіхотні міни – такі находки встречаються кожне утро. Кожу, його можна забирати. Що це забирати? Їхня розтяжка, ось, їхня проволока, яку вони ночі залазять, встановлюють. А де вона була? Тут ось стояла. Прямо здесь була? Ну, звісно, да, вона ось розтягується. Вони бачать, ходимо. Як ми ходимо. Вони натягують ось проволоку, чіпляють до гранати. І все. І ти йдеш, коли її задіваєш, взрив відбувається.
Напряженная обстановка сохраняется. Периодически раздаются звуки выстрелов. Все попытки противника прорвать оборону морпехов безрезультатны. Ожесточенные бои и опасные съемки. Жаркая ночь в Широкино. Смотрите далее в программе. А прямо сейчас украинский флаг как символ освобождения Донбасса. Хронология событий. ВСУ продвигается вперед. Флаг на позициях поднимает боевой дух. Миссия опасная, и не каждый рискнет это сделать. Летом 2015-го запорожские бойцы совместно с нашей съемочной группой воплотили идею в реальность. Я могу сказать одно, что они его видят точно. И ребята с той стороны, которые воюют против нас, видят его очень сильно и замечательно. Я думаю, он им понравится. Прошел один год. Некоторые населенные пункты снова под контролем ВСУ. Ранее в Павлополе царило безвластие. Сейчас село оживает. На время становится спокойнее в соседних населенных пунктах. А сине-желтый стяг появляется уже на окраинах Широкино. Тут большинство ребят, которые даже не только я один, отсюда не пойдут. Укрытие! Самая горячая точка на этом участке фронта. Накануне в память о погибших боевых товарищах в этом месте подняли флаг военно-морских сил Украины. Подписано за Василя, за пацанов. У нас были потери. Ну, как бы нас не зламати цей прапор. Как бы. Мы одни, и все равно мы за перемогу, да? Так точно. Все. Нехай знают, против кого стоят, против кого они воюют. И что, одного если убили, то 10 придет на его место. Теперь у нас уже два символа Украины, от которого даже переполняют эмоции. Да. Это наша земля. И мы здесь хозяева, никто не будет другой. Спустя пару минут раздается первый выстрел. Нужно бежать, становится неспокойно. Давай, 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 давай. Давай, давай, быстрее. Давай тут на трубе. Давай, 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 давай. Выход! О, хорошо. Слышал? Ага. Просвистело. Военные говорят, такой риск оправдан. Символ государства мотивирует. Особенно сейчас, во время обострения ситуации на фронте. Под плотным огнем. Не пропустите эксклюзивное видео ночного боя. Далее в программе провокации и шокирующие последствия необъявленной войны. Смотрите без перерыва на рекламу. В перерывах между обстрелами мы подходим еще ближе к линии соприкосновения. Техника безопасности. Передвигаемся группой. Двигаемся след в след. Ни вправо, ни влево. По дороге, когда будем продвигаться, будем по тропе, замечаем ямки какие-то. Если в случае чего обстрела, в эти ямки ложимся и ждем, пока закончится перестрелка. По команде поднимаемся и потихоньку начнем отходить. Военнослужащий с позывным «Чингиз» говорит, вероятность очередных провокаций велика. Буду стрелять, я как бы гарантии никакой не даю. Ну, попробуем по-тихому пройти, чтобы они не заметили. Лишний шум привлечет внимание противника. Поехали, аккуратно сжимаем дистанцию. Слышим по рации, обстановка нагнетается. Пришла информация, всем сработал. Принял, принял. Сейчас подожди. Идем. Идем дальше, еще возвращаем. Выдержав паузу, военные принимают решение продвигаться дальше.
Бойцы удерживают передовую оборону, но и дня не проходит, чтобы вражеская ДРГ не пыталась подобраться поближе к позициям морской пехоты. Это уже крайний рубеж, говори здесь можно только шепотом. Рядышком находится ихний блиндаж. Передвигаться здесь очень-очень нужно тихо, пишу, чтобы нас не засекли. Сейчас 7 часов вечера начнется тут движение. Будут они заходить на свои позиции. Ну и опять начнется сегодня новогодный. Опасения бойцов подтвердились. Еще днем разведка ВСУ фиксировала передвижение тяжелой техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. С приходом вечера по позициям украинских бойцов начинает работать тяжелое вооружение. Так, ребята, давайте мою конуру в укрытие нормально, чтобы тут ящики пока. Тихо, тихо, тихо. Летит, летит. На землю. Але летить мимо буду. Давай, пішли по одному, по двоє. Височком тут не потім. Быстро, быстро, быстро. Да, сюда, сюда. Давай, давай, давай. Находиться в этих изрешеченных пулями и осколками стенах также опасно. Но военные заверяют, здесь самое надежное укрытие. Обстрел не утихает. На Новгород это иду. Там до ферма. Прием, я иду на прием. На приеме. Это не намёты работают, это техника какая-то работает. Плюс. Я вам сказал, подвижу, давай, перед этим будут звук техники. Плюс, плюс. Выход. Населенный пункт в огне. Вот после каждого обстрела сепаратистами загорается трава и сгорит от всего Широкина. Пожарников нет, воды нет, подтушить не можем. Короче, село выгорает. Последствия обстрела видим днем. И сухая трава воспламеняется за считанные секунды. Вон горит тоже. Это в результате чего? Если тактически подумать, это вот так удобно. В результате стрела. Зажигательные вот трассеры. На скидку бой, да. Они поджигают. На скидку. Пока спокойно выезжаем на возвышенность оценить масштаб пожара. С этого места просматривается все село и последствия вчерашнего обстрела. Руины и выжженная земля. Часть села тлеет. Через некоторое время зажигательные снаряды снова достигают цели. Новые места возгорания – заброшенные дома. Ранее эвакуированные жители села планировали восстановить свое жилье. Но пожар окончательно перечеркнул их надежды. Когда-то это был чей-то дом. Здесь семья завтракала, играла с детьми, собиралась на работу. Сейчас все в огне и развалено, и жизни разрушены. В позднее время мониторинговая миссия ОБСЕ не может в полном объеме фиксировать нарушения режима тишины. Незаконные вооруженные формирования этим пользуются. Чем дышит ночной фронт? В темноте, но не вслепую. Смотрите прямо сейчас. Когда-то здесь жизнь била ключом. Сейчас мертвая зона. Боевые действия беспощадны ко всем. Так сегодня выглядит церковь в Широкино. Снаряд не выбирает, куда ему лететь. Но по траектории можно определить место, где находится смертоносное орудие. Здесь вся земля усеяна мертвым металлом, а на стенах святилища четко видно, с какой стороны прилетал снаряд. У нас там что находится? Саханка, село Новозовск, то есть Новороссия. Типа не бы избывшиеся. Вот сейчас вот опять вон бои идут. Нужно будет уходить, потому что будет, сейчас будет очень опасно. Вечер. Бои не утихают. Мы вынуждены переждать обстрел и прерываем съемку.
На следующий день возвращаемся на передовую. Техника безопасности прежде всего. Там по туннелю или попробуем проскочить? И лучше по туннелю. По туннелю. Пошли по туннелю. К позициям добираемся через укрытие. Тут сейчас пониже пригибаться, потому что туннель низкий. Тут самый безопасный переход. Голову пригибаем. Ой, ничего ж не видно. Юра, я ориентируюсь по лампочке. По лампочке, ой. Да. Мне хорошо, а мне нет. Я бы тут потолок слегка подровняла. Женя? Все. Есть. Вышел? Украинские военные фиксируют движение с той стороны баррикад. Уже двое. Блин. Начинается обстрел опорных пунктов ВСУ. Совсем близко удерживает позиции вторая сторона конфликта. Но и украинская армия не уступает. Пулемет на время подавил огонь противника. Там не видно движения этих. Блин, разогнали движение. Плюс-плюс. Наблюдаем. Ночь на передовой становится жаркой. От взрывов содрогается земля. Мы находимся в эпицентре. Блин, давай ускоряйся. А? Компоненту пошли, пошли. Давай, давай, давай. Во избежание потерь бойцам отдан приказ занять позиции и перейти к обороне. Вот сейчас у нас обратно стрелковый бой работает где-то туда выше. С пулемета сейчас на днях тоже к нам сюда заходили в гости. Но убежали. Угу. Все ушли. В основном стрелкодня, а так по вечерам. И 120-е, 82-е минометы. Был один день, когда с артиллерии, с Д-30 как бы били. Под покровом ночи разведка боевиков пытается зайти в тыл. В принципе, каждый вечер подходит группа ДРГ сюда перед нами. По два, по три человека. Отстреливаемся от них. Но темнота оказывается слабой союзницей. ДРГ неприятеля засекли. Огонь противника в ответ из запрещенных орудий. Уходи! Все, отходите! Уходи! Быстро! Ух ты! Ну, аккуратно. Пошли, пошли, пошли. Аккуратно, аккуратно. Вот. Все, пошли. Все. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, Женечка. Тихо, все хорошо. Нас переводят в более надежное укрытие. Они начали прикрывать свою группу, пока чтобы они подошли. Это все, как обычно происходит, стандартная ситуация. Одни прикрывают, одни двигаются. Дальше пошел обстрел. Потом еще снова, вот на данный момент, когда вы были с нами, видели, что происходило. Бойцы говорят, ночью скучать не приходится. Противник не дремлет. Мы только утром спим. И то очень редко. Пару раз было, что как бы
Начался обстрел с вечера, закончился в 5 утра. Обстановка накаленная, но день рождения командира никто не отменял. Что-то в натуре ему сейчас проехай послушаю. Андрюха, неси колонку. Оно в колонке лучше будет. Пусть порадуется. Слушайте, так вы можете поздравить на камеру, мы потом это в программу поставим. Кстати. Как пират. Идем стрелять вместе. Это твой попугай? Да. Оно пойдет по эфиру, просто сейчас никто, чтобы ничего не говорил. Нормально? Братан, я ничего ужаснее в жизни не слышал. Повтори. Блин, ничего ужаснее в жизни еще не слышал. Да ну вообще, что заело 90-летнюю кассету. Пленку одеколоном протри. После совета с боевыми товарищами военные решают ограничиться поздравлениями на камеру. Боевого побратима вітаємо його з днем народження. Щастя йому, здоров'я, любви, благополучия, кар'єрного росту. І щоб він залишався такою людиною, як він є на даний час. Через некоторое время тишина снова прерывается. Угроза новой волны обстрела возрастает. Слышим команду «Всем траву». Сейчас начнется обстрел. Ну, по идее, возможно. Все траву, В перерывах между ударами нашу съемочную группу выводят из района боевых действий. Бои на Мариупольском направлении продолжаются. Проходят в сложных условиях. Многое остается за кадром. Зачем делать укладку, если можно проехаться на камере? Как все было? Смотрите прямо сейчас. Вот когда ночью не спишь на позициях, приходится днем делать вот так. Украинские военные заботятся не только о нашей безопасности. Могу показать способ, как его кушать. Без вилки. Это берем аккуратненько, заворачиваем. Ну, теперь надо только аккуратно, если брать их, откидываем. Вкусно? Вкусно, Женя. Это уже каша рисовая с говядиной. А вчера была перловая. Юра, это я оставляю тебе. На. Блядь, никакое. Под кровать меня хочет утащить. Кто там? Отружен. То ли стрелка была. А воно малеще було, отак і я все поняв, комок такий інтересний. І він як злякався, поняв, коротше, оце впав на асфальт, і отак, я тобі кажу, що тюлень по асфальту проповз, і все, і після того більше нічого. СПГ падало, міни падали без різниці, вже все. В будь-якій ситуації головне не панікувати. Юра, ти йди так. Там же мой чай внизу. Ты ржешь, там чай остывает. Мы
продолжаем следить за развитием событий на фронте. Полная боевая готовность. По данным украинской разведки, по всей линии соприкосновения готовятся масштабные провокации. Попытка обострить ситуацию или переход к наступлению. Мы едем на Донецкое направление. Правда о зоне АТО. Объективная информация с места событий. Эксклюзивно на ТВ5. Подробности о происходящем на линии фронта в следующем выпуске спецпроекта «Донбасс сегодня».